Всем привет! С вами команда Carp Today, и сегодня мы хотим поговорить о таких аксессуарах для карпятников, как держатели удилищ. И рассмотрим мы их на примере держателей для удилищ от компании ESP, которые называются Mini Bat Grip. Небольшая предыстория, почему мы вообще, собственно, решили рассказать о держателях. В свое время я, когда заказывал такие аксессуары удаленно через интернет-магазин, сталкивался с такой проблемой, что заказывал себе не всегда подходящие держатели. То есть, когда я их приобретал, приезжал на рыбалку и вставлял в них свои удилища, оно в них либо ходило, гуляло, либо наоборот заходило туда с трудом. Именно поэтому мы сейчас вам покажем на примере трех рукояток от удилищ, как сделать правильный выбор держателей. В линейке представлено всего три размера. Это маленький, средний и большой. Или по-другому мини, медиум и ладж. Сделаны они из высококачественного мягкого пластика. Они прослужат вам очень долго. Они не будут растягиваться или не будут трескаться, как это может происходить с держателями, которые сделаны из жесткого пластика. Держатели Mini Bat Grip сделаны с металлической резьбой, и, конечно же, это тоже скажется на долговечности их использования. Для чего же сделаны разные размеры держателей? А дело в том, что рукоятки удилищ тоже имеют различный диаметр. Держатель Small подходит для тонких рукояток. Держатель Medium подходит для средних. И Large подходит для рукояток, которые выполнены в дуплоновом или пробковом обрамлении. А сейчас давайте рассмотрим эти держатели на примере трех удилищ. Как мы говорили ранее, разные удилища имеют разную толщину рукояток. Мы заранее при помощи штангенциркуля измерили эти диаметры трех удилищ, которые у нас сейчас будут рассмотрены на обзоре, и уже сможем смело рекомендовать те держатели, которые подойдут именно под ваши рукоятки. И первое удилище, которое мы рассмотрим, это удилище от компании Fox Horizont X. Как мы видим, здесь очень тонкий бланк и такая же тонкая рукоятка. Мы берем держатель самого маленького размера и пробуем, как же он подойдет к этому бланку. Как видим, подошел он просто отлично. Удилище в нем не скользит, при этом вытаскивается оно также просто. А теперь мы возьмем средний размер и посмотрим, как же он подходит к этой рукоятке. Он, конечно, подошел, но, как мы видим, сама рукоятка в нем скользит. Ну и что говорить о большом размере? Здесь вы видите все сами, комментарии излишни. При помощи штангенциркуля заранее мы измерили диаметр данной рукоятки, и она составила 14 мм. Поэтому держатели размера маленького мы бы рекомендовали использовать для рукояток толщиной от 12 до 14 мм. А сейчас у нас представлено удилище от компании Fox EOS, новинка этого года. Как мы видим, бланк здесь уже намного толще, чем у предыдущей модели, и рукоятка тоже толще. Для сравнения, сначала мы возьмем размер маленький. Как мы видим, сюда его поместить не получается. Ну а теперь мы берем средний размер. И как видите, он идеально подходит для данной рукоятки. Удилище в нем не скользит и также просто вынимается. И опять же, если мы возьмем большой размер, он, конечно, подходит, но удилище в нем уже гуляет. Диаметр рукоятки удилища Fox EOS составляет 17 мм. Поэтому мы рекомендуем средний держатель для рукояток диаметром от 15 до 18 мм. И третье удилище, которое у нас представлено, это удилище от компании Sportex Catapult. Как мы видим, бланк здесь такой же, в принципе, как и у Fox EOS, но рукоятка выполнена в дуплоновом обрамлении, что, конечно же, увеличивает ее диаметр. Маленькие и средние держатели однозначно не подходят для таких рукояток. И на этот случай у нас есть большой размер. Пробуем. И опять же мы видим, что этот размер идеально подошел для данной рукоятки. Удилище не скользит, не гуляет. Диаметр данной рукоятки составляет 20 мм. Поэтому большой размер мы бы рекомендовали использовать для рукояток диаметром от 19 до 22 мм. Это был обзор держателей от компании ESP Mini Bat Grip. Надеемся, что данное видео поможет вам сделать правильный выбор держателей именно для ваших удилищ. Данные товары вы можете приобрести в магазине carpshop.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, спрашивайте нас вопросы в комментариях, если они у вас еще остались после этого видео. До новых встреч, всем привет!